Так, пацаны, привет. Фарков не кончается. Заржавело сильно. Печку его кидал, чуть-чуть прогрел. Краска даже не сильно обгорела. Прикидывайте, вот кидал в печь, горел его, паливал. Ну, блин, немцы. Вот тут сильно захватило. Нет, Саня, надо что-то, наверное, подлаживать будем. И сейчас мы его обточим чуть-чуть его. Сейчас. И будем пытаться выбивать отбойным молотком. Он. Либо греть, либо выбивать. Ну, короче, процедуры. Да, Санечка? Все, блин, через, ну, зубило, кувалду. Мы не ищем, короче, легких путей. Сейчас я его отточу, давай пойду. Все, пацаны, занимаемся. Все, пацаны, одна секунда. Нагрели, маслицем подлили. Отбойничек, тема, вот просто равных нету, выручает всегда, тяги реактивные, вот, выбивать пальцы, если можно влезть, то есть удар отбойного молотка, ресивер МАЗ всегда нам помощь, то есть ресивер нужен для того, чтобы был объем, чтобы не было просадки, грубо говоря, он лупанули, все, выбили, четко, как раз не разбито, шлифанем сейчас его наждачком там маслицем помашем и еще хватит на наш век. Да, Санечка, ну давай покажем пацанам, какое там оно чудо природы. Парковки, конечно, тема. Тема в теме. Ага, теплый, а ну, выкидываем. Гляньте, пацаны, кабака. И он правильный, видите, в чем? Яма ниже губы верхней. Так что, вон, история жизни. Видите, раз, ну, коррозия пошла, это хорошо. Солидольчиком сюда намажем, чтобы оно крутилось. Да, Петрович? И все пойдет. Там пальчик, фирма. Так что, фаун, вот, моя рука. Вот тут сантиметров, наверное, 12. Вот это немец задубасил. Сейчас, наверное, таких уже и не делают. Дорого дуже по материалу. Все, центр, все, точился он, видите, базовый размер. Все, как говорится, как полагается. Сейчас очистим его станок. Как раз его можно зажать в центра наждачком, шлифануть на солидольчик разово, и никуда оно не денется с нашей работой. Да, Санечка, а ну привет всем пацанам там. Все нормально, дубасим. Мне там один писал специалист, что этот год уже ее ремонтируешь, уже все, уже невыгодно, бла-бла-бла. А мне все равно, то есть, ну, хорошие дела быстро не делаются. И это же автомобиль для души. Есть на чем работать, ну, быстро. Она бы ехала бы и сразу бы, и работала, и сезон бы. Ну, я люблю вот так. Я ж себе делаю, а не кому-то. Да, Саня? Пацаны, вы поняли? Для себя, что дубасим. Сейчас вешаем Саней брызговики, он там пересверливаем, перерезаем. Ну, все нормально. Ключ сейчас покажу. Кто не видел, чем откручивал. Вот такая гайка на 70. Пришлось, спасибо Вовке, с лазерной резки. Вырезали все, видите, и бил гайковертом, ну вообще девственность. И всего 10 миллиметров. То есть чего-то он там я нашел по-быстрому там у себя в металлоломе. Говорят, металлолом, да. Ну, кинуться, искать заготовку, это все дорого. Либо отдать, ну, 1000 гривен за головку минимум на 70, да. А так она нам вышла в разы дешевле. Я думаю, что она, ну, мощнее. Даже еще остались шайбы у нас. Вот эти, ну, это так. Демагогия. Короче, все. Фаркоп уже полностью. Сегодня ставим. Все, он. Саня разбирает ручники. Все на металлолом. Вот видите, он. Еще нашел, Саня. Пацаны, установили фаркоп. Все там четенько получилось. Он съездил на базар, прибарахлился. Хочу показать он вам. Купил на воздух он штуцера. Не знаю,
почем честно, ну, никогда не так вот, ну, не миллион, вот 12-ю трубочку, чтобы зачаливать. Купил боночек таких соединительных, я их люблю, вон тут гайка, все дела. Как вы поняли, да? Где бабки все наши уходят? Куда он? Щучек купил, 40 гривен на нашу. Не знаю, как там у вас там, может, в России. Купил решетку польскую, 320 гривен, 6 метров. Мне там лес утягивать, ну, сзади. Беру самые короткие того, что, ну, не надо мне длины большой, как бы она отрабатывает. Часто ее оббиваешь об дерево. Как бы, ну, есть нюансы, ну, тоже такое. Польская, вроде бы, то есть, ну, губа тут нормальная. Вы поняли? Вот такая ситуация. Как-то так он тут. Зачем купил? Розеточку фирменную возьмет. Ну, короче, занимаемся. Так, братья, забыл показать уже. Фонарик купил заднего хода, он 260 гривен, ну, типа ледовский какой-то, ну, чтоб уже, блин, не 250 обманы. Фонарик барахлился тоже сразу и купил насосик, нашел вообще за 500 гривен синий, ну, типа, он лучше, это я поставлю еще на одного этого КамАЗа. Вещь, пацаны, космос. Ну, качает какие-то проблемы. У меня один уходит на одном КамАЗе на синем утром. Долго приходится крутить. Это только чик, кнопочку нажал, закачало. По теме, короче. Все по теме, пацаны. Ключи купил в КамАЗ. А то мы с Саней, ну, тягаем, блин. Из одного КамАЗа в другой. Ну, дешевые, 900 гривен. Набор. Не знаю, может, это дешево и дорого, но на поход нам, как говорится, пойдет. Вон, видите, вот такой вот наборчик, ну, типа индийский. Сказали, что Индия. Ну, так. Ржаветь не будет, пацаны. Уже хорошо, блин. То, что, блин, сколько, ну, техники. А ключей уже и не хватает. Постоянно что-то где-то тягаешь. А, повесили брызговики. Сейчас он покажу вам. Разобрался я с зарядкой, но то отдельно ролик запилю, как оно шло. Вот так вот я сделал, резинки старые повесил, что висели, не стал заморачиваться. Хотел эти фонари раньше висели на них, но провод там проблемно, как бы он, ну, отсюда бы торчал провод, засирало бы грязью, ну, то есть на родные места, но ездила он, просверлил дырки две в резине, два проточка приварил и отдельно на резиночке, чтобы они там телепались, фонарики. Сейчас будем с Саней подсоединять. Вот так вот номера повесил тоже. Все ж, сейчас еще розеточку нужно он купил. Я их люблю. Вот такие очень удобные, видите, на пружиночке, на резинке. Но резинку сразу нужно на этот, на клей сажать, то она отпадает. Фаркопчик вот такой дедушка губатый разработал, он, короче, все четенько, я думаю, будет дубасить. Игрушки вывел специально, пацаны, выше оси этого, ну, как раз были отверстия. То есть ниже, да, ну, можно было и ниже, но если рецеп начнет слаживать, вдруг там чего, можно отбить. Ну, и эти можно отбить, если там с горы или на гору там где-то на перекосе. Ну, хоть выше лучше. И землей меньше они будут забиваться. И вот эти вот груши мне нравятся больше, что в нее, ну, вот эта вот вещь, чем вот это. Ну, что было, что нашел в гараже. Как говорится, ну, делаем из того, что есть. Сейчас мы будем розетки вешать с Саней, брызовики там еще наперед. Самая моя работа нелюбимая. Вот это тут резать, вырезать. Здесь чуть подрезали, чтобы не затирало, не ломало резинку. Ну,
нужно будет проверять там, отдымать. И в принципе уже все. Как бы она уже на ходу запускается. Надо реле там подсоединить зарядки. Ну, то идем по очереди. Как-то так. Вчера этого вызывал специалиста тут страшного по электрике. Нашли, короче, зарядку. Как что работает, разобрался. Ну, все нормально. Все, пацаны, работаем. Того, что темнеет. Сегодня еще именины тут у товарища. Отмечаем, короче. Жарим мясо. Ну, как обычно. Днем работаем, а вечером отдыхаем. Жизнь одна, и нужно ее хорошо прожить. Всем врагам назло, да? Все, пацаны, арбайтен. Так, пацаны, сверлим под розетки дырки, вот под вот эту розетку сейчас 50-м сверлом зайду, вот, и все будет у нас четко, сразу два сделаю, на Татру и на оранжевого КамАЗа, чтобы две розетки. Просто один там писал, долго делаешь, а не бывает хорошие дела быстро, то есть найти чего, найти сверло, поехать розетки купить, это ж все время, сейчас одну просверлить дырочки, выставить проводку, запаивать, ну, быстро не бывает, хорошие дела ж быстро не делают, как у меня говорит мой амиго Серега, американец, говорит, быстро без нас, так что вот так вот, сразу на 50 дубасит швеллер его, швеллер, пацаны, подачу меньше. Сейчас маселком польем. Все, братья, работаем. Вы поняли, да? Сколько работы. Братья, сейчас розеточку сразу туда подсоединяем. Я использовать начал сейчас вот такие эти трубчатые обжимки электро. Один раз отдали денег. Вы поняли? И все. Ну, купил пистолеты все. Ну, кто видел, кто не видел, тут всякие мне. Для обжима клем очень удобно. То есть разовая акция. Отвалили чуть-чуть денег. И потом кайфуете. Сейчас он там все понаписывал, где что. Все. Вот такая будет вилочка. Болтики на 8 приварили. Гаечки. Болтик массы на розеточку, чтобы на 6 не хотел, на 8 обжимок у меня нету, ну, вот болты там плоскоусами мучаемся, а тут вот так раз обжали, все четенько, шестерочку он болтик с BMW с разборочки, все четенько он, с фасочкой, ну секси. Сейчас вот так собираем, все, блин, профессионально, надеюсь, а может и нет, каждому свое. Это мне там вчера писали за эту, за плазморез, а ты не видел там, это все отстой. Меня устраивает, как бы всегда есть и толще, длиннее, жестче и больше. Ну, как бы совершенству нет предела, но для моих задач это лазерная резка и плазморез. Все хорошо. Как бы описать, что у нас, у меня, у коня или что-то еще, ну, как бы снимаешь ролики не для того, чтобы похвастаться, а вот просто людям, может, кто-то и не знал, без всякой задней мысли и этого ЭДВ, как некоторые говорят, просто от души. Ну, все, пацаны, занимаемся, то сегодня еще именины у товарища, мясо будем жарить, ну, все хорошо. Так, пацаны, снял он подписчику в Чечню козырек. Человеку он увидел, понравился. В хорошие руки, в добрый путь. Мне он не нужен, того, что в лесу вырвал еще где-то. А человеку он упаковал. Все, сегодня ночью будет ехать автобус. Передам. Как-то так, чтобы... Думаю, этот... Попрошу его снять видео, как он установил на УДС-ку, на свою, на Татру в Чечне. Ну, приятно будет увидеть из Украины в Чечню.
отцепили, все тут провода уже тянем, розетки, фонари, пацаны, поставили. Юрик уже приехал, именинник, мясо уже жарится, а мы тут еще дубасим тут клеммы. Ой, блин, самая нелюбимая работа моя вот эта вот. Розеточки, вилочки, провода, все это надо не забыть. Телефоны звонят, все забываешь, потом перепроверяешь 20 раз. Ну, кто этим занимается, тут этот Урсов Саня растопил чем-то. Адмирал Нахима, он пошел. У нас уже прохладно. Остя там сегодня звонил с Адыгеи. У них еще там жара 21. Привет ему. Так что, пацаны, занимаемся. Идет уже подготовка до выезда к старту, пацаны. Саня, он там бегает. А, этот, устанавливаем. Сейчас сильный специалист там устанавливает этот кран управления прицепом. Там все будет, ну, увидите. Там по фэншую страшному. Самый сильный специалист, я считаю, в мире, наверное. Ну, это не шутки. По воздуху, по всем этим евро 5-м, 20-м. Короче, ну, очень умный человек. Помогает мне. Все, пацаны, занимаемся. А мясо уже жарится.